Ну вот что за наказание, я опять забыла закрыть теплицу, представляете? У нас очень холодная ночь сейчас, прям градусов 9. Конечно, огурцы не хотят расти при таких температурах. Надо было закрыть еще бы часика два назад, знаете, когда хоть какое-то солнышко проглядывало. Сейчас уже, конечно, это... Ну, в любом случае, конечно, буду закрывать. Бестолочь! Ну и покажу заодно вам помидорки свои. Смотрите, какой забавный помидор. Какие серьезные уже грозди. Прям вот-вот уже начнут спеть, мне кажется. Посмотрите, какие огромные. Отличные в этом году помидоры у меня. Прям красавица. Огурчики, которым тоже тяжко такую погоду, но все равно растут потихоньку. Так им будет потеплее. Ну и кабачки, соответственно, еле-еле несчастные растут. Вот он, это желтый будет кабачок, прям такой застыл в одной паре. И вот обычный беленький тоже застыл. Тут, кстати, должен быть цукини, но он не цукини, по-моему, а тоже обычный. Ну вот так вот пересортится, видимо. Между прочим, у меня ужин уже практически готов. Он у меня сегодня легенький, постненький. Рецептом поделюсь. Всем хорошего вечера. Огурец с грядки. Это что-то.